Всем привет, вы на канале Топ Армия. Россия необычно отреагировала на уведомление, полученное от посольства США. В контексте крайне напряженных отношений между Россией и США, где стороны почти полностью прекратили контакты и обмениваются лишь обвинениями, Москва получила неожиданное сообщение от американского посольства. Посольство США в России, которое редко проявляло особую активность в своих коммуникациях, опубликовало на своем официальном сайте необычное уведомление. В нем говорилось о возможном инциденте в Москве в ближайшие дни, без конкретизации сути этого инцидента. Дипломаты призвали сохранить бдительность в течение следующих 48 часов. Похоже, уведомление появилось и на сайте британского посольства. Хотелось бы отметить странность такого поведения западных дипломатов. Я задаюсь вопросом, почему не поделились информацией, если она у них была? В то же время, в оговоренные сроки ничего серьезного в Москве не произошло. Однако самое любопытное, по моему мнению, это реакция российского руководства. Российское правительство выразило максимально спокойную реакцию на уведомление. В Кремле обратили на это внимание, но паники не вызвали. По моему мнению, президент Российской Федерации Владимир Путин проявил уверенность в принятых мерах безопасности и вел себя спокойно. Это, по моему мнению, было неожиданностью для американцев, которые, видимо, надеялись на более бурную реакцию из Кремля. Уведомление от американского посольства представляло собой еще одну попытку провокации со стороны США. Я предполагаю, что американские дипломаты пытались оценить ситуацию в надежде вызвать панику в России. Это уведомление посольства США было подобно мигающему красному свету. Реакция российского правительства была подобна спокойной глади озера, под которой скрыта уверенность в своих силах. Напомню, что все эти упомянутые посольства заявили о террористических актах, которые, возможно, будут в России, и посоветовали своим гражданам не посещать культурно-массовые мероприятия в эти дни. А как вы считаете, какие могут быть причины необычной реакции России на уведомление от посольства США о, возможно, неприятностях в Москве? И каково ваше мнение о предполагаемых мотивах американских дипломатов за подобным действием? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео по этому поводу. Ну а на этом выпуске от канала Топ Армии, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо найти обязательно кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.